Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Kera Vanachari Yamuna Kera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Kera Vanachari Yamuna Kera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Грантра Чимат Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Вся слава собравшимся преданным. Харе Кришна. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Продолжаем читать песен 7 главу 10, которая называется «Прохлада лучшей из преданных». Это будет очень большая глава, там есть что сказать на эту тему. Она довольно-таки большая, по сравнению с другими. Итак, сегодня у нас текст 36. Читаем санскрит. Пунашча випрашвапина. Пунашча випрашвапина. Ракшасота бабхувату. Ракшасута бабхуватуху. Кумбхакарна даша гривау. Кумбхакарна даша гривау. Хатал таурама викрамайх. Хатал таурама викрамайх. Пунашча випрашапинага, ракшасата бабхуватух, кумбхакарнадаша кривау, хаталтаурама викрамайх. Кто желает, пожалуйста, продолжите. Табабхувату Кумбхакарна даша гривау. Пунашча випрашапина. Расата бабхувату. Кумбхакарна даша гривау. Хатал таурама викрамай. Ну, это же кто хочет. Пунашча випрашапина.
Нащави прашапина. Ракшасата бабхувату. Кумбакарна даша гривау. Хатау таурама викрамай. Пословный перевод. Пунага. Снова. Ча. Также. Випрашапина. Проклятием браманов. Ракшасау. Двое ракшасов. Тау. Те. Бабхуватух. Встали, воплотились как? Кумбхакарна даша гривау. Кумбхакарна и десятиголовый равана в следующей жизни. Хатау. Убиты. Тау. Они оба. Рама викрамайх. Необычайной силой Господа Рамачандра. Перевод стиха. В следующей жизни те же слуги Господа Вишну, над которыми тяготело проклятие браманов, стали Кумбхакарной и десятиглавым Раваной. Этих двух ракшасов убил могучий Господь Рамачандра. Как говорится, без комментариев. Поэтому следующий текст. Шаянау юдхи нипхинна хридау рама шаякаих тачит. Тао джагатур дегам ядха брактана джанмани. Перевод. Пронзенные стрелами Шри Рамачандры, Кумбхакарна и Равана пали на поле битвы. И так же, как в предыдущей жизни, когда они были Хираньякши и Хираньякашипу, оставляя тело, думали только о Господе. Тоже без комментариев. Следующий текст. 38. Тав ихатха пунарджатау, шишупала каруша джау, гарау вайрану бандхена, пашьятасте самиятух. Перевод. В следующий раз они родились людьми Шишупалой и Дантавакрой и снова стали врагами Господа. Оба они на твоих глазах погрузились в тело Господа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Вайрану бандхина. Те, кто враждуют с верховной личностью Бога, тоже получают благо. Каман двишат бавьят снегат. Как объясняет Шрила Рупа Госвами, тасмат кина пью паяна. Важно, чтобы живые существа так или иначе были привязаны к Господу. Ибо даже если эта привязанность основана на вожделении, гневе, страхе или зависти, в конечном счете любой, кто привязан к Господу, достигнет высшей цели, вернется домой к Богу. Что же тогда говорить о преданных, которые видят в Верховном Господе своего повелителя, друга, сына или возлюбленного? Конец комментария. Ома гьяна тимирандасья, гьянанжана, шалакая, чакшурун милитам яна, тасмай ши гуравей намага, ши читанья манобиштам, стапитам яна бутале, сваям рупах кадамахьям, дадати сва падантикам, вандыхам шри гуру, шри юта пада камалам, ши гурун вайшнавам шча, ши рупам саграджатам, сахагана ракунатханвитам, там садживам садвайтам саватхутам. Кришна Чайтанья Девам, Ширадха Кришна Падам, Сахагана Лалита Шри Вишакан Витам Шча. Хе Кришна Каруна Синдо Дина Бандо Джагат Пате, Гопеша Гопика Канта, Радха Канта Намостуте, Тапта Канчана Гауранге, Радхи Вринда Ванешвари, Вришабану Суте Деви, Пранамами Хари Прие, Ванча Калпата Рубьяшча, Крипа Синту Пьяевача, Патитанам Паваны Пьё, Вайшнавы Пьё Наму Намага, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара Шива Сади Гоура Бхактаврин, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В
мучного, да, Кришна Пришта, получим от мира. Итак, Нарада Муни раскрывает здесь, кем были в последующих жизнях, как сложилась судьба героев этого долгого повествования, которое мы уже так долго изучаем. Нрисимха, Лила, и здесь он описал их дальнейшую судьбу, как сложились, знаете, как есть, как сложились судьбы звезд там, кино 80-х годов, там есть такие вот люди, любят это вот поизучать. И здесь точно так же звезды Нарасимха Лилы перешли на следующий свой уровень. И мы видим интересный момент такой, что спутники Господа, вечные его привратники на страже духовного мира, они обладали такой огромной духовной силой, что когда они воплотились в материальном мире, аналогов их могуществу просто нет и не могло быть вообще. Хотя Лила, убийство демонов Хираньякши и Хираньякашипу, она вечная, но тем не менее Лила, в которой участвует Джая и Виджая, она лишь единственный раз состоялась, и она, то есть каждый следующий раз это другие какие-то живые существа участвуют. Джая и Виджая только вот в этот раз они были. И их выступление было настолько ярким, настолько запоминающимся, они очень удовлетворили Бога своей враждой, вот этой, действительно своей настоящей ненавистью. Вот. И исполнили роль этих демонов, что затем они продолжили дальше в следующее свое воплощение. И казалось бы, вся эта история, она нам демонстрирует вообще, как действуют законы материального мира, о том, что приходя сюда, находясь сначала в высших формах жизни, мы имеем определенное могущество, да, как имеем духовную силу. Но запутываясь в материальном мире, мы эту духовную силу начинаем растрачивать постепенно, запутываясь в материальных желаниях, и становимся все менее значительными. Из тела брахм мы вселяемся в тело полубогов, потом каких-то танцоров, апсар, потом каких-то могущественных царей, потом просто в каких-то слуг и так далее. Постепенно наши желания, они нас огрубляют, они делают нас более жесткими, более глупыми и более слабыми. И точно так же следующее воплощение, которое здесь описывается, Раваны и Кумбхакарны, несмотря на внешнее такое, да, отличие от демонов Хираньякши и Хираньякашипу, оно более слабое воплощение. Поэтому, как мы можем об этом судить? Потому что, в принципе, внешне кажется, что все, они не менее могущественны. Равана, он не менее могущественный, чем Хираньякашипу. Вроде как соотносимые величины. Вот мы когда читаем, но все-таки Хираньякашипу, он был с одной головой, а Равана, у него было 10 голов. Плюс у Раваны были, это ракшасы. Ракшасы – это оборотни. Это оборотни-людоеды, можно так на нашем языке сказать. То есть у них было как будто бы большее могущество. Они могли оборачиваться кем угодно, любую внешность принимать. Головы Раваны, они не кончались никогда. Как у вожделения, которое проросло в нашем сердце, его, сколько ты его не обрубай, там, не пытайся себя заставлять что-то делать. Если вкус сохраняется к греховным действиям, то эти новые желания будут отрастать. Сколько себя не мучай аскезами там, или какими-то там обетами, и все равно это прорастет. Также и головы Раваны, срезаемые стрелами Господа Рамачандры, они все равно снова и снова отрастали, пока Господь не поразил его истинный источник, откуда этот нектар бессмертия, где у него был, в его сердце. То есть вожделение, оно кроется в нашем сердце. И Господь Рамачандра, он именно иссушил этот нектар, так называемый нектар вожделения своей стрелой острой. И Кумбхакарна – это вообще был огромный великан. Равана – десятиголовые, могущественные существа. Если мы… Но только до определенного момента они кажутся великими, пока мы не вспомним Лилу с визитом Раваны к Бали Махараджу за союзом против Рамачандры. И лишь только тогда мы понимаем, насколько разница большая в их потенциале, в их могуществе. Когда, выслушав
заманчивое в кавычках предложение Раваны, Бали Махарадж, как старший из демонов, из рода демонов, сказал: «Ну, я, конечно, все понимаю, твое предложение весьма мне льстит стать твоим союзником. Я тебе просто хочу маленький тест провести, чтобы, ну, как бы было просто понимание вообще вот процесса всего». И они выходят на балкон его дворца и видят на горизонте, на закате солнца, сияние Золотой горы, отблеск. И Бали Махарадж говорит: «Я просто хочу тебя попросить, пожалуйста, принеси эту Золотую гору сюда к нам, ко дворцу. Сможешь это сделать? И тогда мы продолжим нашу дискуссию о союзничестве». И Равана сказал: «Ну, конечно, я же Дашагрива, я же самый могущественный. Я почти что поднял лук Шивы. Почти что поднял, да. Что мне это какая-то гора? То Шива — это просто гора золотая». И он туда, как Хануман такой, пижу, прыжок совершил до горизонта, знаете, как Супермен, с рукой вот так вот. Прилетел, посмотрел, ну, гора и гора. Напряг все свои мистические извилины, которые были, вставил туда руки и попытался, что-то не получается. Туловище шевелится, гора на месте стоит. Он уже и так, уже думал палку какую-то найти, поддеть ее. В общем, очень много усилий потратил, вернулся обратно прыжком назад, весь потный, перемазанный, поцарапанный, и сказал: «Я не могу этого сделать, эта гора заколдована. Там какие-то чары, я как бы, ну, была бы просто гора, я бы поднял». Бали Махарадж многозначительно улыбнулся и говорит: «Ну, Равана, я тебе по секрету открою, это не заколдованная гора, это просто кусочек серьги, которая болталась в ухе Хираньякашипу». Он: «Что? Хираньякашипу? Вот это вот кусочек серьги?» «Да», говорит, «когда Господь Нарисимха его раздавил как осу, то вот этот кусочек, он просто отпал и закатился к нам сюда, в наш мир упал. И вот теперь подумай, ты меня приглашаешь в боевой союз против Рамачандры. А ведь Рамачандра — это и есть тот самый Нарасимхадев, который вот взял того, чью серьгу ты не смог поднять. Даже просто не то, что принести, ее сдвинуть не смог. Так зачем мне принимать участие в этой самоубийственной миссии просто? Это реально, ну, дорога в один конец». И будучи демоном, а демоны, как мы знаем, они не знают, задней передачи у них нету просто. Они никогда не отступают, даже если знают, что идут к гибели, они все равно к ней будут идти гордо, зато красиво. Приду к своей гибели, но красиво. И потомки запомнят, какой я был красивый, гордый и не испугался. Хотя и глупый, конечно. Ну вот, Равана, он пошел этим путем. Но точно так же, как мы видим, что в наше время демоны действуют точно так же. Полтора года войны, которая и не думает заканчиваться. И хотя видно, к какому финалу она идет, но у демонов, которые стоят у начала этой войны, нету задней передачи. Они будут идти, пока все не потеряют. И это чудесно, на самом деле. Так исполняется воля Господа. И вот теперь мы видим, да, действительно, насколько второе их воплощение было ниже по могуществу, чем изначальные титаны Дайте, сыны Дити, Хираньякша и Хираньякашипу. То есть насколько они были более мизерны. И так происходит с течением времени. Чем больше мы здесь находимся, тем более жалкими мы в материальном мире становимся. И что происходит дальше? Здесь описано их и следующее после этого рождения. И следующее рождение было уже даже не какие-то там ракшасы, демоны. Это уже были просто цари, могущественные из людей. Из всего могущества, которое было у них предыдущие два рождения, что у них осталось? У них осталось ноль могущества, но точно такая же ненависть к Верховному Господу, которая была и в предыдущих рождениях. Это все, что они смогли перенести. Поэтому, да, вот как нам рассказывают наши духовные учителя о том, что развивайте сознание Кришны. Никакие навыки, никакие сверхспособности вы не перенесете в следующую жизнь. Вы перенесете только то, что вы накопите в вашей душе. Вот накопите любовь к Богу,
и вы ее спокойно перенесете. Точно в этом примере мы видим, они накопили ненависть к Богу. И они ее, вот это все, что они смогли перенести в следующую жизнь, как Шишупала и Дантавакра. И Шишупала, как вчера Матаджи Кинкари там немножко рассказал эту историю о том, что он уже родился изначально, как говорят, Бог шельму метит. И он родился уже отмеченный демоническим признаком, он родился с генетическим отклонением, у него было 3 глаза и 4 руки. В общем, что-то с чем-то такое. И родители, когда увидели это, Боже мой, сказали, ну это вообще, кто ж за него выйдет замуж, за такое чучело? Это невозможно. Пригласили астролога. Астролог посмотрел его карту, сказал, ну, есть одно средство вылечить. Врачи пытались ему там операции делать, ничего не помогло. Лишь только астролог их сказал семейный, что тот человек, который его убьет, вот он его и сможет вылечить. Как бы... Да, Кришна лучший доктор, который лечит и тело, и сердце наше лечит. И тогда родители начали думать, так, ну кто же его убьет? Много кто может убить, мало ли что. Времена нынче темные. И начали всех подряд приглашать в гости и ко всем этого страшного Шишупалу сажать, уродливого, на руки. И лишь только когда Кришна, это его двоюродный брат был. Джай Джагеннат, джай Баладев. И когда его двоюродный брат Кришна, Шишупала был сыном сестры его отца Васудевы. И по делам семьи Кришна пришел к ним, так сказать, с семейным дружеским визитом. И, как водится, сразу же, как только гость приходит, несут Шишупалу маленького. Сажают к нему на колени. И, как говорится, у нас к вам есть 2 новости. Одна хорошая, одна плохая. С какой начать? С хорошей. Отлично, глаз отпал, руки отсохли, как говорится, чтобы у тебя отсохли руки, это вот отсюда, руки отсохли, отвалились. Остались 2 руки, как у нормальных, просто выглядит красавец, сын просто картинка, понимаете, жених. Но есть плохая новость о том, что, а вот это и есть тот, кто убьет вашего сына. И родители понимали, что как бы сын не без греха у них, действительно, потому что Шишупала, говорится, он как только родился, уже начал Бога хулить сразу. Первые слова его были, это матерные выражения, говоря нашим языком. И мы знаем, что дети, они просто, ну, они уже приходят с определенной личностью. Мы можем как-то ее корректировать в процессе воспитания, как-то пытаться что-то дать ему, но если это пришла злая душа уже в этом теле, уже, ну, мало что помогает обычно. И вот Шишупала, он жил вот с этим жестким комплексом неполноценности по отношению к своему двоюродному брату. И он всегда его ненавидел, всегда он чувствовал эту ненависть к нему. Это все то, что он чувствовал в предыдущих жизнях. И представляете, как это обидно просто. Когда ты был Хираньякашипу, ты хотя бы мог это реализовать как-то, свою ненависть. У тебя была сила в этом. Когда ты был Равана, точно так же ты мог там на равных сражаться. Как Хираньякша, там вообще они бились там сколько времени, на палецах. Все никак, бедный Варахадев, он никак же ж не мог победить его, ну, как думал Хираньякша. Еще чуть-чуть я его додавлю. А здесь вообще без шансов просто. Шишупала, у него только злость и никакой силы вообще. И это вдвойне обидно. Но что еще более обидно? Когда Шишупала надумал жениться, и уже была готова невеста, уже Рукми уже решил свою сестру Рукмини, так сказать, знаете, первый раз жени. Он уже намечтал себе, у него там фотография Рукмини стояла там, понимаете, там где-то, он там сидел там, умилялся, вот еще чуть-чуть и будет скоро счастье в этой жизни. Но тут приходит беспощадный Господь и уносит плачущую Рукмини, которая очень не хотела за этого нудного человека выходить замуж. Просто он нудный был, понимаете? Совершенно без всякой самоиронии к себе. Он просто ненавидел всех. И похитил Рукмини и женился на ней. Он увел у него невесту. И вот здесь вот все просто. Это его уже окончательно добило. Бедный этот Шишупала, он просто, он стал
Почти что как Камса. Он ему этот Кришна уже ночью стал сниться. Он на нем репетировал, как он его избивает. Он там грушу себе сделал в виде Кришны. Он там на нем отрабатывал удары. Он уже представлял, как он. Он просто реально не мог это сделать. И он всячески представлял, как он мучает его и так далее. Но мы видим, он потерял из-за того, что вот три раза, он уже третий раз воплощается, он потерял любую возможность хоть как-то взаимодействовать с Кришной, как-то конкурировать с ним. Все, что ему оставалось, это только его оскорблять. Точно так же, как в нашей жизни, что такое оскорбление, да? Это вот такая цивилизованная попытка уничтожить человека. Хотя бы в своем уме, понимаете, уничтожить его. То есть я не могу это сделать физически, подойти, там, отрезать голову. Но я могу словами это сделать и получить практически то же самое удовлетворение, сатисфакцию такую. То есть это тонкое убийство другого. Поэтому, когда мы кого-то критикуем, осуждаем преданных, мы их фактически хотим убить, вот как Шишупала это делал. И уже последняя капля, знаете, вот это вот украл невесту, увели девушку, знаете, все, беда, беда, там, сидел там, наверное, во дворе, там, на гитаре играл грустные песни после этого. Но когда уже его пригласили, как его не могли не пригласить, потому что он был член семьи Яду, его пригласили на Раджасой Яги. И когда выбирали самую достойную личность, и им был выбран Господь Кришна, и вот это его уже, понимаете, невесту украл, еще и самая достойная личность при этом. Ну здесь уже просто он уже не сдержался. Он знал о своем благословении, о том, что он 100 оскорблений может... Господь Кришна, он примет 100 оскорблений. И Шишупала знал, что главное в этом процессе вовремя остановиться. Он это все понимал. Знаете, точно так же, как мы в материальный мир приходим, мы думаем, мы здесь чуть-чуть понаслаждаемся, самую крапулечку, получим вот этот опыт, самскары, и как бы продолжим спокойно, так, закроем гештальт этот, будем служить дальше Господу. Но почему-то все как-то тут и остались. И никуда, никто, крапулечка превратилась в такую крапулю огромную. И вот, вот так вот мы запутаемся в материальном мире. Воронка просто засосала. Мы видим, этот закон действует, иллюзия это во всем мире, это во всех видах жизни так работает. Как только мы пытаемся чем-то здесь насладиться, мы не знаем меры этому вообще. Мы просто становимся в рабстве у этого наслаждения. Если даже, вот, может, вы смотрели какие-то документальные фильмы, да, как животные где-то в Африке приходят на водопой в жару, да, напиться воды вот этой, утолить жажду. Вот так же, как мы пытаемся утолить жажду в материальном мире. Они приходят к водопою и начинают жадно вот это всасывать эту воду, эти антилопы какие-то. И, естественно, этим пользуется крокодил, который там живет. И видим, как этот крокодил... Он медленно-медленно подплывает к этой антилопе. И она его тоже видит. У них очень развито вот это чувство страха, оно их защищает. Она его видит, и он ее видит. И они вот так, и она думает, еще 2 глотка и ухожу. А крокодил думает, ну еще бы хотя бы 3. Говорит, еще 2. И вот у них соревнование, кто раньше отойдет. И она не может остановиться просто. И в какой-то момент... Она думает, все, вот это точно последний глоток. И в этот момент крокодил выпрыгивает, хам ее, хватает, и начинается борьба. И в этот момент антилопа думает, вот же ж как бывает. Вот если бы не жадность, если бы чуть-чуть раньше отойти отсюда, вот этого всего не было. Зато теперь воды будет очень много сейчас. Крокодил, он как делает? Он хватает жертву и утаскивает ее, топит на дно. И теперь в воде недостатка не будет вообще никакого. Воды будет выше головы. Навсегда теперь. И так же самое Шишупала, он не смог остановиться. Он очень понадеялся на то, что он успеет. 99-е оскорбление. Когда уже 100-е оскорбление, вот в этот момент он, извините, завтыкал. Забыл, что уже прошло. Лимит закончился. И в этот момент Господь Кришна... Беспристрастно, без ненависти, без злобы к нему, без желания отомстить. Ну, я же должен как-то выполнить обещание, пророчество, которое было дано, что этот же человек его убьет. И он выпускает Сударшана чакру, вдруг ослепительный огонь озарил все помещение дворца, и
Сударшана чакра отсекает эту кричащую, кривляющуюся, плюющуюся слюнями эту голову. Шишупалы, да. И она слетела, и в этот момент Шишупале, как говорится, да, надо всегда во всех ситуациях попытаться посмотреть на себя со стороны. И вот эта голова, отлетевшая от его тела, она развернулась в воздухе, перекрутилась, и в последний в жизни раз он увидел себя со стороны, отдельно от своего тела. И все это раздельно вот так вот упало, рухнуло. И Кришна, мы видим, он, когда что-то происходит с нами, какие-то страдания, это не то, что Господь нас хочет как-то наказать. Преданный, ну, если атеист или какой-то там демон, он всегда кричит: «Господи, за что?» Дурьотхана кричал: «Кришна, я никого из них не виню, никаких пандавов, никто, это все ты виноват только в том, что я тут лежу весь разбитый, убитый почти что. Это твоя вина в этом всем». Он никогда к себе, на себя не смотрит со стороны. Что я сделал не так? А преданный наоборот. Он не говорит: «Кришна, за что мне это все?» Он говорит: «Кришна, скажи мне, объясни, дай понять, для чего ты мне даешь страдания? Чему я должен научиться, испытывая вот это все?» И мы видим, у них нет абсолютно никакого самоанализа, у этих демонов, и не было его никогда. Они каждый раз думали: что мне еще такое сделать, чтобы обойти Кришну, чтобы обойти какие-то там благословения Брахмы, там еще что-то, как мне это реализовать? И таким образом мы здесь считаем, что тем не менее на то, что он оскорблял Бога, на то, что он получил смерть от его руки, он очистился, и он вошел в тело Кришны. Все присутствующие увидели, что его душа, светящаяся частица, вышла из тела обезглавленного Шишупалы и вошла в тело Господа. Но как же так, спросим мы, когда мы-то знаем, что чем закончилась эта история, что Шишупала и Дантавакра, который позже, уже после этой встречи, решил тоже испытать судьбу, и тоже был погибшим, тоже вошел в тело Господа. Почему? Они же должны были вернуться в свое изначальное положение, обрести сарупья мукти, форму такую же, как у Кришны. А где? Здесь мы этого не читаем, да? А здесь говорится, они вошли в тело и слились с телом Бога. Почему так произошло? Они же, в конце концов, они стали самими собой, Джая-Виджая, обрели форму Господа Вишну, синего цвета, с четырьмя руками, с атрибутами божественными, в шлемах, в сияющих доспехах. И кто-то знает, почему так? То, может, дополнит кто-то? Почему здесь они вошли в тело Бога? Ну, так надо, вот. Потому что, да, потому что нельзя стать спутником Господа Вишну сразу из демонического тела. То есть надо сначала было очиститься, и они вошли в его тело, и таким образом вот эта вражда к Богу ушла, потому что они стали одним единым с ним. И уже из этой формы саюджа, когда они сливаются с телом, они выходят чистыми и становятся сарупья мукти, обретают. Снова вот в эти свои прекрасные формы божественные, которыми они были изначально до своего нисхождения в материальный мир. Потому что, ну, невозможно быть врагом Бога, пока ты с ним не станешь единым. Но в нашем случае мы не становимся, мы не утрачиваем личность. Для нас это означает, что наши все желания, наши чаяния, наши надежды, они связаны с Кришной. Не наша личность растворяется в нем, а все наши чувства, они направлены на него. Вот в этом смысле мы становимся с ним едиными. И когда мы с кем-то единым, как мы можем с кем-то враждовать, правильно? Точно так же, как мы, если наоборот, мы хотим с кем-то враждовать, но нам надо наоборот с ним перестать быть едиными. Вот точно так же, вот как, допустим, мы хотим напасть на какую-то страну, да? Мы начинаем про нее активно говорить. Там живут нелюди, нехорошие люди, они нас хотят захватить. Мы на них нападаем, мы их убиваем, чтобы они нас не убили. Мы начинаем разъединяться с ними, создавать ненависть вот эту. Отдалять себя специально для того, чтобы мы могли совершить какие-то плохие действия. Потому что к самому себе никто не делает ничего плохого. Но когда это кто-то, это чужой, это враг, это не я, тогда это очень легко сделать. И вот чтобы изжить вот эти остатки вражды
которые испытывали эти демоны, Хираньякша, Хираньякашипу, Джаявиджая, они входят в тело Господа, и остатки этой вражды, они исчезают, потому что они едины. Единая духовная природа снова образуется. И мы знаем, что это еще не был конец на самом деле, потому что когда состоялась Гауранга-лила, очень редкое явление во Вселенной, это то явление, которое ждут абсолютно вообще все живые существа, все человечество этого ждет. Все полубоги, да, вот мы слышали выражение, что полубоги выстраиваются в очередь, чтобы родиться в Кали-югу. Но это не надо понимать так, что вот они родятся в Кали-югу в Павлограде где-нибудь, понимаете, или в Никополе. Да, потому что они хотят поучаствовать в лилах Господа Чайтаньи. Вот за этим они выстраиваются. И сейчас мы видим, что лила Господа Чайтаньи, она развивается, продолжает уже без его личного участия. И тогда, когда приходил он, пришли просто все. Все участники всех этих лил пришли. Пришли снова Джая и Виджая. Я не думаю, что они, знаете, как это можно было бы представить, как это все собиралось, это грандиозное представление. Приходят все, независимо от того, какие вкусы они испытывают к Богу, какие у них отношения, лилы, личные, неличные отношения. Там пришли даже расческа для ресниц и флейта, понимаете, они воплотились тоже. Все пришли просто. Цветы какие-то пришли, гопи, гопы, дети, родственники, демоны. Даже Камса пришел, понимаете, тот, которого... который очень, настолько он связался с Кришной через страх, что Кришна ему просто снился каждую ночь уже перед тем, как он должен был ответить за свои злодеяния. Он уже снился, многим ли нас Кришна снился, не то, что каждую ночь, хотя бы раз в год кому-то снится Кришна. Но вот я могу сказать, мне ни разу не снился Кришна вообще. Это просто большое горе на самом деле. А вот Камсе он снился последние дни просто регулярно, в кошмарных снах. И он тоже пришел. Кази, который царь, и там он был царь, и тут он царь. Там он хотел уничтожить Кришну, убивая младенцев, да, всех, кто родился. И здесь он тоже чувствовал угрозу своей власти, и он точно так же хотел запретить Санкиртану. Кришну в виде святого имени он хотел запретить. То есть они все исполнили снова свои роли. Знаете, как это могло быть? Нарада Муни прилетает в духовный мир и начинает всех собирать. Но он же организатор. К Джая-Виджая подходит. Хотите снова вернуться? Они, нет, а что, Нарада Муни. Это было слишком стрессово. В прошлый раз мы думали уже не выкарабкаемся. Говорит, нет, но там будут все. А Прохлада Махарадж будет? Конечно, будет. Васудева Датта. А кто еще будет? И будет и Камса. Все уже согласились. За вами только голос. Так придете или нет? Ну хорошо. И снова будут два брата, понимаете? Снова два брата. Ну, которые уже даже уже не просто цари какие-то были, как они, хотя бы Шишупала. Это уже просто уже опустившиеся люди. Такие, какие у нас вот живут везде сейчас. Мы вот выйдем в пятницу вечером куда-нибудь там на проспект Петровского, да, пойдем. Там таких джигаев и матхаев там просто вот целые дворы собираются. Или здесь у нас на вокзале. Ну, в общем, в принципе, все понимают. И они показали, каждый из них пришел как человек, как все мы. И Господь Чайтанья пришел, как все мы. Это был единственный шанс его встретить не как убийцу демонов, не как великого чудотворителя, каким был там он в других воплощениях, как Нарасимха-дев. А он был такой же, как один из нас. И они были, как одни из нас. И эти Джигай и Матхай, они воспроизвели эту лилу. И в первый раз действительно Кришна, он не убивал никого в этом огромном, громадном, гигантском спектакле, который образовался, вот этот спектакль любви. И все человечество получило надежду в результате этого спектакля, что Господь, он, его единственная цель – давать любовь. И здесь они были все скрыты, потому что сам Господь Чайтанья – это скрытое воплощение.
И они точно так же, они исполнили все свои роли, но они были тоже как бы в скрытом виде. И они снова в четвертый раз, эти двое, Джая и Виджая, они воплотились как Джага и Мадха, их полные имена, у них были имена очень хорошие, их просто Джага и Мадха, это их на сленге называли, сокращенно, как Санек и Витек, понимаете? Вот как. А на самом деле их звали Джагананда и Мадхавананда. Вот мы все знаем, да, Мадхавананда Прабу. Вот его точно так же зовут, как Мадхая. И когда он, будучи в агрессивном, очень опьяненном состоянии, он один раз ударил Господа Нитянанду, у того пошла кровь. Он уже хотел добить его, уже, понимаете, он настолько был агрессивен, невменяемый, что даже сам Джагай, он прозрел просто и сказал: «Боже, что ты делаешь? Это же святой человек». Он схватил его, он начал его удерживать, а этот пер вперед с этим обломком горшка, чтобы прикончить. Ему это было ничего, знаете, тот, кто один раз убил уже кого-то, ему ничего не стоит это второй раз, третий сделать. Это просто как почистить зубы сходить. Совершенно это полная деградация. Но Господь Нитянанда сказал, обращаясь к Мадхае, он говорит: «Да что ты говоришь? Вот это, то, что он не разбил, это вообще не больно. Я не чувствую никакой боли. Я тебе по секрету скажу, Джигай, я намного большую боль чувствую от того, когда я вижу вас в таком состоянии. Вот это действительно боль для меня. А то, что вот эта кровь, это просто смешно даже, это даже царапина какая-то. Но я вас очень прошу, я не могу больше уже, я не могу страдать, видеть вас, как вы губите свою жизнь, просто прожигаете ее, живя. Сколько вам так осталось? Этой жизни вообще там просто песок между пальцев высыпался и все, не заметил даже. Пожалуйста, оставьте вашу греховную деятельность, воспевайте святые имена». Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Джа. И после того уже, как уже это он сказал, и как Джага его схватил, и тоже начал умолять, и только после этого Мадхай, он просто, он протрезвел, он упал в слезах на землю перед Нитянандой. И Господь Чайтанья там явился. Единственный раз, когда он на Гаурангалиле проявил свое могущество Господа Вишну. Чакра, да, потому что они были Джая и Виджая, да, они служили Господу Нараяне. И он проявил атрибут Господа Нараяна, именно призвав эту чакру. То есть он не проявлялся как Кришна, и это было то, что их как бы роднило, вот это вот, на общей волне оказались. И они взмолились Господу, попросили прощения и обещали никогда больше не заниматься греховной деятельностью. И они сдержали свое обещание. Более того, они стали лидерами бенгальских вайшнавов, лидерами. То есть они не просто какие-то прихожане, которые там стыдливо сидели с этими с баночками в ожидании просада где-то в уголку, понимаете, там, на их программах. Они стали лидерами. Вот это просто, эта трансформация, все полубоги просто в шоке были. Да, лидеры Санкиртаны, ихние самадхи сейчас все святые ходят и там поклоняются, ихним могилам в Навадвипе. Вот это парадокс. Никто никого не убил в этот раз. Он убил их вожделение, он трансформировал их личность. Точно так же Кази, мусульманский правитель, стал тоже святым в нашей традиции. Он запретил мешать Санкиртане. Он хотел запретить Санкиртану, а в итоге он запретил мешать этой Санкиртане. И Господь Чайтанья, кстати, тоже, он в отношении Джагая и Мадхая, он запретил всем вспоминать их былые прегрешения, чтобы кто-нибудь еще скажет плохое слово про них. Хотя он хотел их уничтожить, убить, сжечь свои чакры. Но он сказал, больше никто не должен говорить, что они были грешники, пьяницы, убийцы. Никогда этого не должно звучать. Точно так же, как в Бхагавадгите, он знаменитый этот текст говорит: «Какие бы греховные, ужасные поступки не совершил мой преданный, следует, тем не менее, считать его праведником, ибо он на верном пути». Вот это он имел в виду как раз вот этот момент, как Джагай и Мадхай. То есть они совершили эти все, но они стали на этот путь, и поэтому нельзя об этом вспоминать.
Нужно, наоборот, стараться помогать таким душам, помогать их, вдохновлять. Потому что иначе мы рискуем превратиться в шишупалу, если мы будем вспоминать эти плохие их ошибки, корить их за какие-то анархии, которые уже, возможно, уже исправлены. И если мы будем так делать, у нас отрастет еще один глаз, и еще две каких-то руки вылезет, как у шишупала. И тогда придется кому-то нас убивать потом, через определенное время, когда наш ресурс оскорбительный будет исчерпан, но мы-то думаем, что можно долго это делать. На самом деле Кришна, он не терпит, когда оскорбляют его преданные. И последствия приходят сразу. Вот такова история, да, Джигая и Мадхая, Джая и Виджая, Равана и Кумхакарны, Шишупалы и Дантавакры. И эти великие вайшнавы, они удовлетворили Господа и подарили надежду этому человечеству, точно так же, как и Камса. Потому что Бог, Он всеблагой. Как вы о Нем не думаете, вы соприкасаетесь с Ним. Вы получаете очищение. Так же, как Шрила Прабхупада, мы же помним, как это было, когда преданные приносили ему газету, в которой была очень разгромная статья про Хари Кришна, промывают мозги. Шрила Прабхупада спрашивал, да, говорит, сколько раз там Хари Кришна в этой статье было написано? Ну, говорит, ну, 7 раз мы насчитали, 7 раз. Движение Хари Кришна, движение. Говорит, это очень хорошая статья. Очень хорошая. Все преданы, как? Ну, говорит, ну вот так, потому что святое имя, оно равноценно, благостно настроено ко всем и всех очищает. Сколько людей прочитают эту статью, они повторяют эти Хари Кришна. И что бы там ни было написано другое, это уже не важно, потому что это очистит их сердце. Точно так же, как все эти персонажи отрицательные, убийцы, демоны, завистники и в конце концов просто алкаши, которые, так сказать, были против Бога настроены. Все они. Да, но на тех часах такого нет. Да. Наши часы нам оставляют. А, на комментарии, да, все. Преданное, спасибо большое. Но у нас сегодня Экадаши, просада ж нету, правильно? Да, да. Можем чуть-чуть. Вчера была Намахата, и преданные спросили, а как вот, расскажите, преданные, как кто первую книжку получил и как это повлияло на вашу жизнь? Один преданный говорит, 15 лет мне распространили СВ-шку, совершенные вопросы. Ну, и я, говорит, сразу прочитал. А потом, говорит, что? А потом, говорит, я, говорит, к ней возвращался, я почитывал. И, говорит, что тебя впечатлило? То, что много раз Кришна было там, в этих пропадах везде, Кришна, Кришна. И мне стало интересно, что же это за Кришна, кто же это такой? То есть постоянно Кришна, 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 Кришна. Мне стало, что же это за Кришна, что он так часто про него говорит? И потом он стал преданным. Вот так святое имя возбудило вот этот вкус. На самом деле вкус – это то, что нас ведет. Всегда нас ведет вкус. Ни разум, ни интеллект. Вот говорят, гомо сапиенс. Это не работает. Человек разумный. Нет. Никто здесь не разумный. Всех ведет вкус всегда. Даже врачи разумные, которые знают, что вредно для здоровья, а что нет, они все могут, большинство из них, курить, пить и заканчивать свою жизнь больными людьми. Почему? Потому что у них вкус ведет к этому. И имя Кришна, оно как раз дает тот правильный вкус, который трансформирует все сферы жизни остальные. Хари Кришна. Гаура Рай, пардон. Спасибо большое за лекцию. Мне очень откликнулась иллюстрация. Оскорбление – это желание уничтожить кого бы то ни было. То есть мне это очень откликается. Я посмотрел интересный фильм, называется он «Инсайдер». Это великобританский фильм. Там звучит слоган: «В каждом из нас живет убийца». Кажется, ну, сущая как бы чушь, как это, в каждом из нас живет убийца. А вот эта иллюстрация, что желание быть Кришной подразумевает, что я хочу разрушить, уничтожить все, что мне кажется противным, ну то есть то, что выше меня, вот это желание оскорбить. А у меня есть и дополнение, вопрос в эту копилку. Вы просто там такую фразу сказали, я предполагаю, что вы имели в виду конкретную вещь, что по поводу
такая, ну, как бы я процитирую, вы уже уточните, без личного присутствия Господа Чайтани это все происходит. Мне кажется, здесь как бы, ну, требует уточнения, потому что, знаете, где Господь Чайтани и в чем его проявление, то есть насколько оно личное, не личное. У меня просто отсылка такая, что Святое Имя – это есть проявление Господа Чайтани, и бхава, которое каждый человек получает, это тоже, собственно, как бы, то есть то, что не отлично от него, это такая чинтия, то есть это и отлично от него, и не отлично. А в этой связи у меня как бы немножко расширенный вопрос, вы сказали «Аджигай Мадхай» и так далее. Тем не менее, мы видим, что очень много людей деградированных, которые, в общем-то, не принимают процесс сознания Кришны. Вот, как вы сказали, в дворах, неважно, Западного, Петровского, они там собираются. Хотя мы знаем, что, я как-то читал в трансцендентном дневнике, Прабхупада комментировал один из баджанов, что Господь Чайтани пришел для самых падших. Он говорит, он не для браманов пришел, не для пандитов, не для благочестивых живых существ. Как это, тогда это понять? В чем же тогда проявление милости Господа по отношению к этим живым существам? Милости Господа Чайтани. Насколько мы коридорно или узко видим это проявление милости? То есть, если они не принимают этот процесс, если они не становятся вайшнавами, возможно, это не в этой жизни. Возможно, это такой очень длительный процесс. Вот. И в эту канву у меня возник вопрос, вы очень интересно проиллюстрировали, в общем-то, что стрела Господа Рамачандры уничтожает вожделение. Как эта милость Господа Чайтани также трансформирует это вожделение в нас, потому что у нас нет шансов. То есть это бесконечный процесс, как, ну, как Прохлад Махарадж говорил, жевать жеванное, нам хочется, как вы сказали, да, хотим понаслаждаться, а тем не менее мы... Как вот это... Что есть проявление милости Господа Чайтани? И как она освобождает нас от этого цикла бесконечного? Как по вашему мнению? Проявление милости Господа Чайтани – это общение с его преданными, которые теперь есть просто везде. И вот эти преданные, они как раз не делают различий между людьми. Ну, вот вы же точно так же, вы участвовали в марафонах сколько раз. И иногда просто такие люди покупают книги, о которых даже не подумаешь вообще, что у них какие-то бродяги, какие-то бездомные даже, находят деньги и покупают книги. Это вот просто невероятно. Вот это и есть проявление милости Чайтани. Он лично, вот как в этом теле, не присутствует, но он оставил после себя, знаете, как Прабхупада говорил, у меня были 5 детей, да, но теперь я потерял свою семью, и теперь у меня 5000 детей про своих учеников. И вот Господь Чайтани вот оставил после себя вот этих всех вайшнавов, которых мы встретили на своем пути. Он нас делает тоже своими представителями его милости, носителями его благословения. И вот это и есть его милость, потому что он так, что он говорил, помните, как это лила с манговым деревом? Ну сколько я могу один раздать этих плодов? Но вы все, вот если мы все это будем делать, это просто миллионы, миллиарды этих плодов. И вот это в этом его милость, что каждый вот этот огонек передает друг другу, огонек бхакти. И этот огонек, он зажигает другой огонек, который у каждого тлеет где-то, искорка какая-то в сердце, да. Подносит и возбуждает, помогает ему гореть. И вот в этом проявляется милость, в обществе преданных, в обществе вайшнавов, которые идут везде, где только можно, и кому-то просад дают, кому-то книжечку, кому-то... Люди, которые не принимают, не становятся вайшнавами, они получают милость, в чем эта милость проявляется. То есть, если они не принимают этот путь сейчас, да, вот вы сказали, что они покупают книгу и так далее, но вот из жизни мы видим, что очень многие люди, ну, вполне равнодушны. Ну вот в книге «Кришна. Верховная личность Бога» там как раз Шрила Прабхупада оставил это предисловие Джорджа Харрисона, где он пишет в самом начале: «Все ищут Кришну, но многие не понимают, что они его ищут». И вот милость, я думаю, что лучше, наверное, об этом скажет Мукунда Гауранга Прабху, который раз в пару дней вот ведет харинамы в городе, и все это делится этой милостью
Потому что слышать могут все это вообще. И человек негативно настроенный, и позитивно. Расскажите, пожалуйста. Как, что они получают? Вот мы... Звонок другу, да? Спасибо большое за лекцию. Ну, я могу только присоединиться к вашему рецепту. Дело в том, что если мы что-то хотим себе изменить, а нам надо ни много ни мало изменить свою природу. То есть мы рождаемся здесь как наслаждающиеся, как те, кто пришли что-то стяжать, а должны поменяться и стать слугами, отдающими, подобными Шримати Радхарани, тело, которое сияет как золото. То есть оно отдает. И вот нам нужно поменять это. И единственный способ изменить вот эту природу – это общение. Потому что если мы варимся в собственном соку, то мы остаемся такими, какими мы есть. Если же мы общаемся с тем, у кого есть вот эта вот потенция, способность отдавать, то мы заражаемся от них и меняем свою природу. Поэтому вы сказали, общение – это милость Господа Читания. Спасибо большое. То есть получается, что Господь Читания, Он просит и Он сокрушается, что говорит, я не могу раздать эти плоды сам. Он сокрушается, там так и написано. Он просто хочет славу передать своим преданным. И дальше там говорится о том, кто может распространять святое имя. Тот, кто уполномочен Господом Читания. И Горговин, Шрила Горговинда Свами, его святейшество, он говорит, что нам нужно научиться умолять Нитянанду, чтобы он даровал нам эту шаранагати, чтобы он даровал нам уттама-бхакти. Чтобы он сделал нас уттама-бхактами. Он говорит, вы должны плакать и просить, чтобы он сделал вас уттама-бхактами. И тогда, если у нас такое желание сильно, мы будем просить этого, как вот ребенок просит машинку у родителей, да? Так просит, что родитель, ну ладно, хорошо. А Нитянанда, он очень милостивый, нам нужно вот на это посвятить свою жизнь, выпросить, выплакать, вымолить. И тогда, когда мы идем в подворотни, то эти люди, они будут это чувствовать. То, что мы, ну, когда мы будем передавать, они будут это чувствовать. Ну, в том, что... Да я услышал, я хотел, да, не успел ответить просто. Ну, садят, когда японцы или кто-то выращивают бамбук, да? Сколько они лет поливают? Год поливают, два, три, четыре, никакого ростка нету, а поливать надо. И потом проходит время, этот бамбук, фух, и пошел там, за полгода он вырастает 30 метров. Вот получается вот такой принцип. То есть семя посажено, и преданные молятся, и оно выстрелит обязательно, оно выстрелит. Сколько мы знаем таких историй неповторимых. Это, спасибо, вот вы только начали отвечать для меня, по крайней мере. Я вот приведу пример. В 88 году в программе «Время» я был вообще просто подростком, мальчиком. Я услышал, я тогда это понял. В 88 году Майяпур, просто короткое такое, знаете, сюжетик, буквально сюжетик, где говорится, что некие кришнаиты строят, ну, развили город в Майяпуре, вдохновленные святым именем Кришны. Вот это пропустила программа «Время». Я вообще не понимал, о чем речь. Я подумал, а что значит вдохновленные святым именем Кришны? Мне было 13 лет, 14 лет. И меня так запало, и меня поразило. В программе «Святое имя Кришны». Вот и как это происходит? А это мистика. Вот это и есть мистика, что святое имя, как говорится, что оно приходит туда, куда не придет, ну, никто. И вот этот пример с бамбуком тоже очень крутой пример. Когда год, два, три, а потом как пошло, 30 сантиметров в день. Другими словами, это означает, что мы можем не видеть каких-то результатов явных иногда, да, но они есть. Не есть. Ну, мы приехали в Александрию пару недель назад и пришел на программу на воскресную один человек,
который говорит, я был мясником. Просто работал мясником в мясном ряду. Мы же когда заходим с харинамами, мы видим их. И думаем, какие у них шансы? Да никаких. Но мы заходим туда и поем, не боимся оскверниться, что святое имя, мы же с ним в духовном мире находим, в оболочке. Мы поем, и просто он рассказывает. Говорит, я просто слушал в интернете, он начал слушать лекции. Наслушался в один момент, сказал, все, уволил всех работников, сам уволился, пошел работать на другую работу. И сейчас, говорит, я понимаю, что Кришна обо мне заботится, уже вера у него такая есть. То есть 3-4 года он это делает, и уже такая сильная вера. Представляете, как могущественная проповедь. Поэтому Господь Читания, он говорит, он просит каждого, проповедуйте, пожалуйста, проповедуйте. Таким образом, вы мне доставите огромное удовольствие, это ее больше всего радует. Когда мы делимся этим нектаром. И вот, пользуясь, увидел Тиграна Прабу. Вчера была Намахата. Вот у вас, да, была Намахата? Ну, не у нас, мы там тоже были. У Ильи Прабу, вы вот все преданные там были. И так сердце болит, когда вот молодые преданные, начинающие, которые семейные, да, они приходят брахмачари на Намахату. Ну, и мы же понимаем, что им надо, ну, с супругой ходить где-то к семейным преданным. И долго думали, куда их, и туда Яшода Кумар Прабху говорит, вот отправь туда к другой Махараджу, к Илье. И так случилось, что Тигран еще там был. И я потом, они поехали, и я пишу, ну, как там была Намахата, он такие слезные, 3 сообщения отправляет. И последнее, очень слезное, он говорит, я таких людей, говорит, никогда не видел, у них сколько любви. И они, говорит, отдают эту любовь. И отдают, говорит, спасибо, спасибо. Так, вы знаете, очень воодушевленный, вдохновленный. И потом, говорит, на какую тему говорили? Ну, говорили о том, как уважать старших. Там. И, говорит, такое общение, кир, там, просад. То есть они были, полностью духовная атмосфера была, они очень вдохновлены. Вот так это растет, этот бамбук, когда его поливают. Вопросов нет. Джай. Да, спасибо вам, преданные. Спасибо большое за обсуждение, за дополнение. Гранта Рачимат Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай.